Есть вообще здесь браконьеры? Да нету никого. Так рыбачили мы с удочки тут, а так нет. Добрый день, товарищи. Рыбнадзор. Куда удержим? На тот берег. Переправляетесь? Да. Что, здесь запрещен работа? Нет. Покидки. Да. Осторожно, как раз. Идем по Рассоне. Вот когда вы начинали работу, как много было сеток? Было очень много сетей, орудий, применений, которые запрещены. Но со временем их становится меньше. Как вы видите, мы проходим каждую заводь. И раньше было по штук 10 с одной заводи. А сейчас вот сколько, 3. Сколько мы заводи уже прошли? 1, 2, 3 заводи мы прошли, и всего лишь 3 сетки. Поэтому надеемся, что у людей кончается это незаконное орудие лова, людей, которые запрещены. Понятно. Поэтому будем стараться так же и дальше выпивать.
охраной, скажите, здесь есть браконьеры? Вот хотелось бы, чтобы это самое, частенько дергали бы этих. Ага. Поперек рек ставят сети. Угу. Мы на моторе когда ходили, цепляют на винт, еще что-то, то есть всю рыбу. Они как бы на уточку не поймают уже, то есть они всю рыбу выводят. Хотелось бы, чтобы почаще ездили, особенно на рассоне. Они под мостом вот так бывает ставят там. Вот, как бы хотелось, чтобы такого не было. Но это было в том году. А сетки не ваши были? Вот вопросы у вас. Твои бы сетки стоят. Я бы сказал, знаете, а это я заснял. Ну а вдруг... А что если скажу мои? Ты меня снимешь, да? Вот, пожалуйста, производственный инспектор пристраивался. Мы его натянемся. 27 лет работаю в этой системе. Ага.
Ну а вообще порядок можно навести в этой системе? Нет, нельзя. Никогда? Никогда. А почему? Да потому что у нас строй такой в стране. И менталитет. В этом месте тонул телефон репортера. Пришлось нырять. Но поиски не дали никаких результатов. Вода очень мутная и ничего не видно. Достаточно глубоко. Вечер добрый. Рыба охрана. А? А вы чем занимаетесь? Просто катаюсь. За сеточкой лежат. А почему от сеточки? Пленочка положена, чтобы сеточку в идеале. Чтобы не зацепляло. Чтобы попочка, да, конечно, не мерзла. Рассказывайте. Рыбы нет. Добрый вечер. Рыбоохрана. Чем занимаемся? Да это я не знаю, это не моя, это малолетка, наверное, приводка. Я никуда не ходил. А это можете забрать, она валяется. Малолетка.